Ну что, идем? Вы уже час на это пялитесь. Не пора переключить канал? Эта картина излучает странное спокойствие, хотя в ней есть и жестокость. Она очень трогательная. Красные пятна – это трогательно? И сколько она стоит? Кажется, 30 тысяч. Проверю, если хотите. Да уж, вы проверьте. По-моему, цена чуть завышена. Вы что, купите эту дрянь за 30 тысяч? Это невозможно. Почему? Вполне возможно. У чувака кровь пошла из носа, и он просит тридцатку? Скажите, Дрис, как вы думаете, почему людей тянет к искусству? Наверное, это прибыльно. Нет. Это единственный способ оставить след на земле. Фигня это, Филипп. Я сейчас куплю красок на полтинник и наслежу на полную катушку. Еще синий добавлю бесплатно. Простите, я немного ошиблась насчет цены. Да уж. 41 500 евро. Беру. Да ну!